Сегодня у нас 19 июля, рыбалка на карася на озере. Немножко другое место, вон тут иван-чай растет, ромашки. Попробуем половить здесь. Сегодня ветрено, правда, не знаю, что получится. Вроде как рыбаки ловят, значит клюет. О, первый карась сегодня попался, маленький. Какой-то некрупный, хотя глубина тут почти 2 метра. Так, опять маленький. Что такое? Что на глубине сегодня одни мальки. Так, вот это уже. Хотя нет, тоже маленький. Чуть покрупнее, чем предыдущие. О, поп как раз сейчас покажу. Вот он грязище весь, он чуть, ну, примерно, почти с ладошку. Так. Так, вот это уже с середины пруда попался порядочный карась, прям такой очень хороший. Проглотил как окунь. Вот он какой крупненький. Вон даже крючка не видно. Клюнул так, что вообще чуть удочку не унес. Так, там, блин, сошел. О, хорошенький. О, вдали попался карасик такой. Кстати, этот уже зацепился не так, не как окунь. О, с руку размером тоже. Ух ты, вот это да. Так. Иди сюда. Блин, чуть удочку не запутал. Вот это уже интересная рыбалка. О, карасевич порядочный. Больше руки. Рекордный за сегодня. Проглотил тоже, как окунь. Вот это уже крупный. Такой прям на сковородку в самый раз. О, уже сидел, даже не клевал толком. Запись едва успел включить. Тоже такой... Довольно крупненький карасишка. Странно. Обычно клюют. Тоже с руку размером почти. Да даже с руку, пожалуй. О, сидел уже. Даже не клевал. Но это правда маленький, небольшой. О, уточки, так, вдали вон какой-то утиный выводок плывет. Вон они, маленькие еще, утята. Мама утка плывет с утятами впереди. Блин, сошел. Здоровый был. Жалко.
хорошее что-то. О, тоже крупный попался карасик. Так, вот он. Ладошечник такой уверенный, прям как подлещик по форме. Он такой пузатенький. Наверное. Порядочный карась на дальнюю удочку. Эх ты, вон аж вырывается весь. Иди сюда. Шустрый такой. О, какой тоже крупный. Такой здоровый. Маленький попался у берега. Вот такой крупный, точнее не крупный, маленький. Ну вот и все, уже стемнело. Солнце уже закатилось. Время 21:14, темнеет раньше. Будем уже собираться потихоньку. Поклевки спали, уже не клюет. Сегодня такой порядочный тоже результат. Целое ведро карасей, вон и здоровые попадались. Сегодня такие более крупные клевали. Реже, но зато здоровая. Так что сегодня вот так вот. Не забывайте подписываться, ставить лайки, комментировать. Потому что это способствует продвижению видео на YouTube.